Всем привет, дорогие друзья! Из солнечной, волшебной новогодней Алании у нас стоит потрясающая погода. И, как вы знаете, на нашем канале мы вам рассказываем все только самое полезное и интересное. Также делаем обзор магазинов, которые находятся в Алании и которые продают турецкие вещи прекрасного качества и по хорошим ценам. В магазине Ши продается одежда турецких дизайнеров уникальных фасонов от 42 до 62 размера. Здесь представлены совершенно уникальные вещи, которые вы не найдете ни в каких других магазинах. И сегодня мы с вами посмотрим новый ассортимент магазина. Ну и, конечно же, как я уже сказала, примерим новогодние наряды. Также, друзья, не забывайте о том, что на нашем канале проходит новогодний розыгрыш с 10 по 30 декабря. 6 сертификатов подарочных и 3 месяцев бесплатного обучения музыке в школе, в Академии музыки Soft Mozart. По ссылке в описании обязательно заходите на видео розыгрыша и участвуйте. Желаем вам всем удачи! На входе в магазин нас встречает, конечно же, новогодняя елка, под которой лежат, я надеюсь, что там лежат подарки, но самые главные подарки вас ждут внутри, потому что в новом сезоне, в зимнем сезоне, в осенне-зимне-весеннем сезоне представлено очень много интересных и красивых вещей, как я уже сказала, уникальных вещей. В этом магазине сезон обновляется постоянно, постоянно приходят новые коллекции, потому что владельцы этого магазина следят за трендами и всегда стараются радовать своих покупателей. Поэтому, друзья, пожалуйста, не забывайте о том, что если в видео я вам показываю какие-то модели, то это всего лишь какая-то совершенно маленькая часть того, что представлено в магазине. Также не забывайте о том, что модель на вешалке выглядит вот таким вот образом, а когда вы ее наденете, примерите на себя, она может выглядеть совершенно иным образом. Поэтому всегда нужно приходить в магазин, смотреть ассортимент, обязательно мерить, обязательно правильно подбирать по фигуре, подбирать аксессуары и обувь. И скажу вам честно, любая вещь, правильно подобранная, может выглядеть абсолютно, ну, очень здорово. Не бойтесь ярких цветов, не бойтесь принтов, не бойтесь покупать вещи со стразами, потому что, когда я вам делаю обзоры магазинов, я всегда говорю о том, что в вашем внешнем виде должна быть одна вещь яркая, одна вещь акцентная, а все остальное ее сопровождающее. Поэтому даже вот такую вот уникальную кофту можно сочетать с какими-то, даже с белыми кроссовками, черными джинсами, и это будет смотреться очень здорово. Давайте с вами пройдем по магазину, и я быстренько покажу вам, что же я увижу здесь интересного. Здесь представлены вещи как классические, как спортивные. Например, вот такое вот интересное платье. Казалось бы, да, классическое, абсолютно спокойное, свободное черное платье, но посмотрите, какой у него низ и какие интересные детали. Если говорить о ценах, то в магазине в этом всегда вам предоставят скидки, обязательно спрашивайте. И, например, вот такое платье стоит 689 лир. Есть много уникальных ярких вещей, летних вещей. Сейчас в зимнем сезоне представлены теплые вещи, но даже вот такие вот, смотрите, уникальные теплые вещи сделаны вот из такой вот, например, кружевной ткани. Есть очень много брюк, футболок, конечно же, платьев, как классических спокойных,
так и вот таких вот интересных костюмов. Совершенно уникальный вот такой вот спортивный костюм, который можно также сочетать с брючками и с белой обувью. Стоит 639 лир. Цены в этом магазине начинаются от порядка 200 лир и выше. Здесь очень много нарядных вещей, вещей со стразами. И даже, видите, вот в этом платье стопроцентный лен, но вот так вот оно красиво обрамлено стразами. И это платье можно носить как вечером, так, например, и надеть на какой-то праздник. Смотрите, какая интересная юбка, праздничная такая прям, на Новый год или в ресторан сходить на день рождения. Стоит она 489 лир, но скидки есть у нас всегда. К ней есть еще такой ременчик интересный, стоит она 100 лир. И сумочка такая симпатичная за 300 лир. Здравствуйте, меня зовут Шорена, добро пожаловать в наш магазин. Я вам расскажу немножко о нашем ассортименте. Мы работаем над фирмами La Marchigne, La Vignella, Ricci, Dishi, Darkwing. Посмотрите вот на этот сезон, вот такой интересный модель. Это туника платье, она очень такая тепленькая, плотная. Ее можно носить на лосины, на плотные колготки. Есть вот такие спортивные костюмы, смотрите, со стразами, с капюшоном вот. Теплые, очень интересные, такие модные. Как туника платье идет она. Очень интересная модель. Фирма Ricci. Туники, кардиганы. Брючки на зиму. Тоже с стразами. Есть разные. Без стразов. С кожаными вставками. Вот такие туники. На лосины, на брючки. Я вам покажу несколько моделей из платья. Вот. Очень богатый вид у нее, одетая вообще класс, шикарная. Она в пол идет. Можно ее одевать и в праздник, и на каждый день. Вот такая интересная вообще модель, новая. Она как юбка, как платье. Сверху она как будто кофточка с новой коллекции фирмы Ricci. Черная. Такая на резинке у нее рукав. Можно поднять, смотрите, шнурки, завязать. У нее дизайн вообще меняется, становится совсем другой. Очень тоже интересная. Какой интересный платье-халат. Можно ее носить как закрытым, так и в открытом виде. Она очень интересная и богатый вид у нее тоже. Интересные сумочки у нас, рюкзачок такой. Тоже с блестками. Качество у нас очень хорошее. Карманы у нее и вперед, и сзади. Мягкая такая очень кожа. Такой интересный тоже, с камешками она. Вся блестит, и праздничная, и на каждый день. Вот такой рюкзачок вот. Есть и в черном цвете. Вот сумочка такая. Есть и длинный ремень у нее. Рюкзачок в таком тоже. Тоже очень интересный такой. Какая интересная платье. И спортивная она, и классическая. С капюшоном. Рукав у нее такая аж балахоновая, интересная. Есть такое черное платье,
По бокам она растягивается, спускается и становится прямым. На этом сезоне они очень модны. Черная на каждый день. И сумочка такая интересненькая. Я рассказывала вам об этих костюмах спортивных. Они очень удобные, комфортные, теплые, с капюшоном. И дома, и на прогулку. Видите, хороши с карманами. Помимо красивых платьев, футболок, здесь есть и чисто спортивная одежда. Например, вот такие вот брюки с высоким поясом, тянущиеся из очень качественной плотной ткани, которые можно носить, например, осенью или даже ранней зимой. Стоят такие брючки 400 лир. Можно купить отдельно брюки и подобрать отдельно, например, какую-то кофту. Также можно купить и костюм. Например, есть вот такие вот костюмы разных цветов, красного цвета, вот с такими вот красивыми стразами, и такие же брюки. Стоит, например, такая кофта 520 лир. Они идут, кофта идет вместе с брюками. То есть вот такой вот набор. Очень качественный, натуральный хлопок. Много разных цветов, много одежды черного цвета, но и, конечно же, очень много ярких моделей. Например, посмотрите, какая красота. Совершенно необычная модель, которая пойдет и на женщин размера 50-го, ну и, конечно же, на маленький размер, если, например, подвязать поясом. Кстати, очень красивое платье в пол. Стоит такое платье 689 лир. Посмотрите, оно супер длинное и с поясом будет смотреться очень красиво. Много моделей трикотажных, много платьев различных моделей, которые продаются также вместе с поясом. Если вы любите что-то такое более классическое, вот, например, новая модель плаща. Посмотрите, полностью черный плащ, но вот с такой интересной молнией. И посмотрите, как интересно сделан внизу на вот такой вот резиночке. Будет смотреться, кстати, очень шикарно для тех, кто любит интересные вещи. Я его даже сейчас померю. Стоит он 619 лир. В прошлый раз я показывала вам пальто, а сейчас посмотрите, какой красивый плащ. И знаете что? Есть возможность носить плащи не просто с молнией застегнутой, но можно, например, с каким-то красивым поясом. И здесь, кстати, очень красивый вот такой вот высокий воротник. Супер шикарная вещь. Очень красиво для тех, кто любит что-то вот такое вот свободное. Здесь также есть, помимо плащей, есть различные пальто. Есть очень много зимних курток, есть большое количество брюк, как классических, так и брюк именно с резинкой. Посмотрите, вот такие вот удобные брючки на резинке будут сидеть очень хорошо. Большие размеры, вот такие вот брюки классические, стоят 399 лир. Много спортивных костюмов и, например, вот один из таких интересных спортивных костюмов. Трикотажный спортивный костюм. Тоже с очень интересными вставками. Также я уже вам говорила о том, что ассортимент постоянно обновляется, поэтому можно найти совершенно уникальные дизайнерские вещи от 42 до 62 размера. Появились вот такие вот платья. Тоже видите, с каким интересным узором. Можно носить с накидкой, можно носить под пояс. Вот такие вот тоже теплые-теплые накидки, но
Посмотрите, сзади совершенно серая, простая, а когда смотришь спереди, вот такая вот интересная модная вставка. Стоит 580 лир. Ну и, конечно же, пальто. Опять покажу вам вот эти вот пальто. Они невероятно интересного кроя. Это у нас размер двойка. Ну, мне пойдет размер, конечно же, один, но померю эту модель. Очень в прошлый раз мне понравились эти пальто. И посмотрите, можно, если носить вот таким вот образом, можно носить какой-то спортивной одеждой, накинуть на прогулку. А если это пальто, например, завязать на пояс, то получается совершенно невероятное вот такое вот классическое пальто вот с такой вот интересной вставкой на рукаве. То есть пальто трансформер таким образом спортивное, таким образом классическое. Поэтому, когда вы покупаете вещи, обязательно старайтесь играть вещами. Стоит такое пальто 1150 лир. В этом магазине есть постоянные скидки, поэтому обязательно приходите. На предыдущий сезон всегда предоставляются какие-то скидки. Вот тоже очень интересное платье. Совершенно простое, трикотажное. Сзади черное. Спереди тоже черное, но вот с такой вот интересной обработкой ткани. Стоит такое платье 630 лир. Помимо того, что в магазине большое количество различных кофт, также представлены свитера, но все вещи, как вы видите, они абсолютно уникальны, и такие вещи вы не найдете нигде больше. Поэтому обязательно приходите, смотрите, меряйте. И не забывайте то правило, что одна вещь доминирующая, а одна вещь доминирующая, все остальные вещи поддерживающие. Вот тоже вот такое вот, смотрите, интересное платье. Так оно смотрится совершенно просто. Хотя здесь, видите, есть вот такие вот интересные надписи. А если надеть какое-то украшение и добавить челму, получается вполне вечерний наряд. Очень много интересных сумок от супер экстравагантных с огромным количеством страз, вот такие вот интересные рюкзачки для тех, кто любит, до вот таких вот совершенно простых повседневных сумок. Кто любит что-то необычное, вот такой вот рюкзачок антистресс. Эта сторона вечерняя, эта сторона повседневная. Ну и, конечно же, друзья, я хотела бы вам показать отдельные наряды для, например, каких-то празднований или особых случаев, для вечеров и так далее. Очень много представлено здесь платьев с такой вот красивой блестящей отделкой. Можно, например, на лето носить, на летом носить на какие-то, я не знаю, особые события. Или даже в любое время года можно надеть на какое-то празднование. Есть очень большое количество разных накидок. Посмотрите, какая красота. Вот эта вот накидочка, она идет вместе с платьем. Совершенно простое черное платье. А сверху вот такая вот шикарная накидка. Стоит этот комплект 629 лир. Два в одном. То есть и платье можно носить потом с какой-то другой накидкой, и накидку можно носить с каким-то другим платьем или брюками. Вот также совершенно шикарное платье, которое подойдет в принципе на любую фигуру. Кто любит вот такой вот свободный стиль, можно также подобрать. И это также платье два в одном. Вот такая вот яркая, красивая накидка с отделкой. И внутри обычное трикотажное платье. Если вы любите вещи с принтами, то можно, например, выбрать вот такое вот платье с совершенно
ярким таким красивым принтом, либо двустороннее вот такое вот платье с тоже блестящей отделкой. Очень красиво оно будет смотреться даже, например, с каким-то поясом. И еще одна модель для тех, кто также любит что-то свободное. Платье 2 в одном. Внизу обычное трикотажное платье, а сверху вот такая вот красивая накидочка со стразами. Ну и, конечно же, не могу вас не оставить без тренда этого сезона. Это золотые либо серебряные вещи, плащи, куртки, пуховики. Вот такая вот интересная курточка, которую можно носить в дождь. Стоит 839 лир. Ну и, конечно же, если говорить об основных, о доминирующих вещах, то вот, например, вот эта вот вещь может быть доминирующей. А, например, если вы купите платье с накидкой, вот эту вот куртку, снявши вот эту вот накидку, можно вот эту куртку носить совершенно свободно вот с этим вот платьем и, например, надеть какие-то темные удобные кроссовки или ботинки такие, которые сейчас также модны, на толстой-толстой подошве. Всего доброго, друзья мои! Ждем вас на новогодние покупки. Балуйте себя нашими одеждами. С наступающим вас Нового года! До свидания! Дорогие друзья, обязательно приходите в этот магазин, потому что я уверена, что вы найдете много всего интересного. Приходите, смотрите модели, меряйте и действительно открывайте для себя новые и интересные вещи турецких дизайнеров производства Турции. Все контакты этого магазина в описании к этому видео, местонахождение, социальные сети и ссылка на карту. Приходите, радуйте себя красивыми вещами. Конечно же, не забывайте о подарках на Новый год. Здесь их очень много. И не забывайте заходить на видеорозыгрыши, которые происходят на моем канале, и участвовать в этом розыгрыше. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам всего хорошего, удачных, классных покупок и супер новогодних подарков. Всем всего хорошего. Пока-пока.